Небольшой дворик по улице Белорусская, 36. Здесь каждый вечер слышен детский смех. Молодые мамы на лавочках вздыхают. Обновить бы еще площадку. На этой площадке довольно-таки часто мы гуляем. Все дворы, все окрестные дома. У нас есть обустроенные площадки, как бы сказать, в соседних дворах, да. Но, естественно, там как бы свои детки уже там постарше. А здесь мы своим возрастом гуляем. Ну, естественно, площадка уже советских времен, старая, изношенная. Жители услышали. Вопрос о детской площадке подняли на первом же собрании общественного совета микрорайона. Сразу нашлись и инструменты, и краски, и грабли. А главное, нашлись люди, желающие помочь. Светлана Самсонова, старшая по подъезду одного из домов, рассказывает, когда есть реакция со стороны власти, и жители охотнее присоединяются к общему делу благоустройства. Наш общественный совет, они молодцы, они нас поддерживают. Что, например, я одна буду ходить всем, или общественный совет. Общественный совет – это все-таки все вместе, а не я одна. Вот так все вместе жители теперь преображают свой двор. Хотят, чтобы он стал не хуже, чем соседний. Там территорию благоустроили по программе «Двор, в котором мы живем». Чтобы детская площадка появилась и здесь, жители собирают подписи. На самом деле мы и раньше этой деятельностью занимались. Вот у нас один из членов общественного совета, она вот девушка-общественник. То есть они регулярно проводят акции на реке Татьянка, убираются. То есть, в принципе, это не новое на самом деле. Вот. Но вот в этом дворе это впервые происходит. Да, это действительно гораздо проще стало. Люди нас принимают как своих, потому что мы действительно такие же общественники. В диалоге с жителями, в диалоге с властью. Такие активные люди войдут в команду созидания, которая поможет преобразить как отдельные дворы, так и город в целом. Они будут представлять интересы жителей в районных советах депутатов. Выборы пройдут 13 сентября. Марина Кравцова, Валерия Макарова, Станислав Левин. События.